Это история о человеке по имени Гарольд Крик и его наручных часах. Гарольд Крик жил в мире постоянных чисел, бесконечных расчетов и был на удивление немногословен. А часы его говорили еще меньше. Каждый день в течение 12 лет Гарольд чистил свои 32 зуба, делая 76 движений. 38 движений вперед и назад, 38 движений вверх и вниз. Каждый день в течение 12 лет Гарольд завязывал галстук простым виндзорским узлом вместо двойного, экономя таким образом 43 секунды. Часы полагали, что одиночный узел полнит его шею, однако помалкивали. Каждый день в течение 12 лет Гарольд бежал со скоростью 57 шагов на квартал и пробегал 6 кварталов, едва успевая на автобус до Кроникера, отходящий в 8.17. Его часам нравилось чувствовать дуновение ветерка над циферблатом. В течение 12 лет Гарольд просматривал 7,134 налоговых деклараций, поскольку работал старшим агентом в налоговом управлении США. Гарольд, 89 умножить на 1417. 126 113. Сходится. Он позволял себе лишь 45,7 минуты на обед и 4,3 минуты на кофе. Посмотрим, что можно сделать. Время, точно отмеренное его часами. Замечательно. Мы собираемся в Мэллоус, так что если хочешь. В остальном Гарольд вел уединенную жизнь. Он возвращался домой в одиночестве. Ел в одиночестве. И каждый вечер, ровно в 11.13, Гарольд в одиночестве ложился в постель, отправляя часы на заслуженный отдых на ночном столике. Разумеется, так все происходило до наступления среды. В среду часы Гарольда все изменили. Если бы кто-то спросил Гарольда, то он бы сказал, что эта среда ничем не отличается от всех предыдущих. Все начиналось в точности как... Все начиналось в точности как всегда. Алло? Все начиналось в точности, как и всегда, в то время как другие... Эй, кто здесь? В то время как другие воображали себе грядущий день или пытались ухватить в памяти ускользающие обрывки снов, Гарольд просто считал движения щетки. Так, кто сказал, Гарольд считал движения щетки? Откуда вы знаете, что я их считаю? Кто здесь? Удивительно, но именно самые простые и скромные... Удивительно, но... Удивительно, но именно самые простые и скромные детали жизни Гарольда, столь незаметные ранее и привычные, послужили толчком к совершенно новой жизни. Гарольд бежал навстречу автобусу. Его ботинки из жесткой кожи отвратительно скрипели, соприкасаясь с асфальтом.
И хотя это был особенный день, который Гарольд запомнит на всю свою жизнь, сам Гарольд думал, что это просто среда. Простите, вы это слышали? Голос сказал, Гарольд думал, что это просто среда. Не волнуйтесь, конечно, среда. Нет-нет, вы это слышали? Гарольд думал, что это среда. Кто такой Гарольд? Это я, Гарольд. Гарольд, все хорошо, сегодня среда. Нет-нет, я... Неважно.